Вы торгуете, да, здесь? Рыбной продукцией, да? В том числе осетровых пород, нет? Нет. Осетровым не торгуете? Нет. А сегодня то, что у вас было? Ну, маленько. Ну, бывает, торгуете, да? По чуть-чуть. По чуть-чуть. Второй комплект ключей, который был и пропал с места, ну, в ходе осмотра с места происшествия. То есть мы будем вынуждены вскрыть контейнер. Все. Есть основания полагать, что там находится рыба запрещенных пород к свободному обороту. А там у нас нет контейнера вообще. А, там вообще нету. А рыба там есть? Блин, я не знаю даже. Что это? Посмотрите сразу, что это. На видео снимаем. Да, да, да. Да. Да, осетры. Все, сейчас пересчитаем каждый мешок.